Ребята, всем огромный приветик! С вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в замечательную игрушечку под названием BeamNG Drive. Ну что ж, друзья, смотрите, сегодня я на бэхе, вот такой вот прикольный, и я работаю, друзья, на бандитов. Я возвращаюсь в задание, которое мне дали бандиты. В общем, я ограбил одно предприятие, можно так сказать, украл товар, и сейчас должен передать его мафиозникам. Они меня ждут где-то под мостом, написали мне смс-ку, говорят: все, Овер, мы тебя ждем с товаром, чтобы без опозданий, поэтому, друзья, давайте побыстрее уже отдадим товар, чтобы, собственно, мафия мне заплатила, и они не переживали, потому что там мужики вообще серьезные, друзья, поэтому нужно отдать срок. Вон, я уже вижу, они стоят на геликах, их очень много, друзья, они невероятно опасны, эти мафиозники, поэтому надо сейчас быстренько передать им товар, чтобы они не волновались и, собственно, заплатили мне деньги, потому что мне нужно на что-то жить, друзья, и приходится работать на мафию. Вот, они стоят на геликах, подъезжаем, ребят, аккуратно. Здорово, мужики, вот он я, вовремя успел, все, держите товар. Мы не поняли, чё так долго? Здорово, почему ты опоздал? Как это опоздал? Все ровно 0-0, как договаривались. Покажи товар, почему он такого плохого качества? Мужики, все как договаривались, я поехал на предприятие, ограбил, и вот вам товар. Он нам не подходит по качеству, ты кого пытаешься развести? Мужики, никого не пытаюсь развести, заплатите мне уже за товар, и я поеду по своим делам. Все, Овер, ты допрыгался, нас не устраивает ни качество товара, ты еще опоздал, тебе хана. Ребят, ну вы чё, все же нормально было. О, господи, друзья, за мной поехали бандиты, и как вы смогли уже догадаться, сегодня у нас будет погоня, друзья, только не полицейская, а бандитская. Я, друзья, на бэхе, бандиты, он на геликах, и они сейчас меня будут догонять, друзья. Поставьте лайкусик, я надеюсь, вам понравилась такая небольшая сценка в начале. Ну что ж, сегодня моя главная задача, ребят, уезжать от бандитов на гелике. У меня бэха М5, друзья, Е39 кузов, выглядит невероятно круто, мощно, ну и бандиты у нас на геликах G500, друзья, так что сегодня будет мега фановая, мега интересная серия, вот, и мы с вами находимся на прикольной карте, ребят, с огромным количеством поворотов, она невероятно крутая, посмотрите, у нас тут трассы прям самые настоящие, сегодня мы будем гонять, ну и бандиты, друзья, едут за мной, ребятки, вот так вот, такой вот у нас первый раунд, потом мы там сделаем с вами какую-нибудь другую ситуацию, но сейчас они, друзья, нас преследуют, и, как вы смогли уже понять, их не устроил мой товар, друзья, который я для них ограбил, да, привез, и что-то бандиты, мафиозники стали какие-то агрессивные, им что-то не понравилось, друзья, и поэтому они вроде как должны ехать за мной. Давайте глянем, ребят. Ну слушайте, вроде ехали, а тут они просто вмазались, получается, друг в друга, и все, да? И больше нет. А где у нас третий вообще? Раз, два, три, четыре. А, все, все едут. Вот последний сзади, один тот самый первый, ребята, вырывается, или не самый первый? Нет, по-моему, один уже вон рядом с нами, ребят, гонит. Вот это бандосы, друзья. Вроде злые, вроде опасные, а права понапокупали, все гелики свои разбили. В итоге я, ребят, на бэхе их, получается, выиграл. Ладно, вот такой вот первый раунд, друзья. Моя победа. Давайте сделаем какую-нибудь другую ситуацию и продолжаем. Итак, ребят, мы продолжаем. Вот наши бандиты гонятся за мной. Посмотрите, целый кортеж из геликов, и я на своей BMW пытаюсь от них удрать. Вот так вот у нас располагаются бандиты. Я как бы тоже, друзья, бандит, да? Но там у нас целая мафия, на которую я работал, вот, до недавнего времени. Ну что ж, я надеюсь, вам такая ситуация понравится. Погнали, друзья, активируем бандитов. Все, ребят, бандиты едут за нами, и давайте поедем сначала прямо. Вон они гонят, ребят. Очень опасно, уже врезаются. Ну, это по традиции, ребят, но вроде как едут. Это жестко, повторюсь, карта у нас просто невероятно крутая, ребят. Посмотрите, какие эпичные повороты. Блин, это просто шикарно выглядит. Аккуратно, самое главное не вылететь. Ё-моё, но бэха, ребят, у меня справляется пока что со всеми задачами идеально. А менты, я привык, ребят, что у нас полицейские погони. А мафиозники, друзья, у нас там что-то как-то, по-моему... А, нет, один выехал, второй прям вылетел. Вау, он перевернулся, вот. Вот это да! Офигенно, ребят! Просто офигенно! Они вообще едут! Едут! Мафия, друзья, никогда не упускает свой шанс, да, просто вернуть все долги, забрать товар, поэтому они едут за мной. Блин, ребят, как же это эпично! Против геликов, BMW, гоним, друзья! Ну, по-моему, это опять изи раунд, друзья, для меня...
Ну вот, если я бы еще разгонялся, я бы вообще максимально от них удрал, мне кажется. Давайте посмотрим, ребят. Этот, по-моему, сейчас будет все. И этот вот, друзья, кстати, один из самых таких более-менее целых. Но вон он врезался. Ё-моё, офигеть, друзья. Опять изи раунд для меня. Офигенно. Итак, друзья, все, поехали, менты. Давайте мы сейчас повернем налево, ребят. Вот здесь, точнее, не менты. Мафия поехала за нами. Я все путаю, друзья. Это у нас мафия, это нифига не менты. Давайте вот так. Один не успел повернуть, второй тоже не успел повернуть. Я колесо, блин, нечаянно врезался. Офигеть, засмотрелся. Один повернул, только у меня теперь два колеса. О нет, два колеса, ребят. Ё-моё, я просто перевернулся. Что? Как это произошло? Давайте полежим, посмотрим, как будет действовать мафия. Они все-таки поворот найдут или нет? Мафиозники, вы что-то какие-то слабенькие. Во, нашли все-таки поворот, ребят. Поехали за мной и... Бам! На тебе овер! Будешь знать, как долги не возвращать, как товар привозить не вовремя. И все, друзья, попался я в капкан мафии, понимаете? Вот в эти 4 гелика, точнее, в 3, уже даже в 2. Ладно, давайте еще разочек. Слушайте, ребят, а это угарно против геликов и против мафии уезжать? Я привык, что мы против полицейских тачек обычно уезжаем. Мы бандиты, а тут мы бандиты и едем от мафии. Это вообще, ребят, по-моему, вдвойне круче. Смотрите, какой прям жесткий кортеж за нами. Офигеть, наконец-то они едут нормально. О, господи, ребят, посмотрите, посмотрите просто, что происходит. 3 гелика сзади, 4-й где-то там отстал, но они прям в ряд едут. Очень опасно, он меня догоняет, друзья. Ну-ка, давай, М5 БМВ. Погнали, Газпол. А, отрываюсь я, друзья, отрываюсь, только надо аккуратненько ехать, потому что в любой момент, друзья, я просто могу взять и перевернуться где-нибудь. О-о-о, мафия на хвосте, мафия давит, друзья, на меня. Вау, тихо, фух, еще бы немножко и вылетел, ребят. По-моему, я колесо задел. По-моему, еще разочек задел, и уже плохо управляется машинка. О, нет, а мафия на хвосте, О, нет! Офигеть, закружило! Посмотрите, какой высокий мост, и мы здесь все можем вылететь! Чё происходит? Офигеть, и никто не вылетел! Такие жесткие аварии, и никто не вылетел с этого моста! Но тут, друзья, я даже не знаю, кто победил, наверное, мафиозники, все-таки их больше, но вы посмотрите! Раз минус гелик, два, три минус гелик. Этот был на грани, чтобы полететь вниз с этого моста гигантского. Офигеть. И здесь тоже гелик у нас приехал. Ну что ж, мне понравилось. Давайте по этому маршруту еще разочек поедем. Итак, погнали, ребят, по этому маршруту еще разочек. Это было прям мега топово. Где-то на мосту они меня уже там догнали. А сейчас как они едут? А как они сейчас-то вписались все друг в друга, если в предыдущий раз все нормально было? Вот видите, друзья, по одному и тому же маршруту можно ехать, но все равно по-разному будут ехать мафиозники. То есть, ну, это бимка, друзья, это Beam NG Drive, тут все непредсказуемо. Все просто может случиться за секунду, самое разное и самое интересное, поэтому погнали, ребят. Ставьте лайкосик, друзья, если вам нравятся подобные погони. Если хотите видеть больше похожих сюжетов, что-нибудь такое, то придумайте прям сюжеты в комментариях, это будет реально круто. Друзья, я прочитаю, если мне действительно сюжетик понравится, то я запишу, тем более, что этот сюжетик я нашел в комментариях, друзья, кто-то предложил, я, правда, извините, не запомнил никнейм, в следующий раз буду повнимательнее, но кто-то предложил от геликов, друзья, уезжать. Вау, там у нас один гелик улетел, а этот догоняет, я засмотрелся на заднего, о боже мой, он догоняет, но мост мы проехали, друзья. Мост мы проехали, что-то они там горцуют. Этот прям вообще давит, ребят, тапку в пол. О, занесло, братишка. Вот оно же бывает, да? Передавил как бы педаль газа, и все. Офигеть, как он едет, друзья, за мной. Господи, и карта, друзья, классная. Я думаю, что еще пару серий на ней точно можно будет записать, потому что она огромная, крутые дороги, опасные виражи и повороты, это прям круто. Но смотрите, как я долго, друзья, живу. Я просто должен сохранить свою жизнь. Я должен уехать от этой мафии. Воу, входим в поворот. Бочком, неплохо, бэха! Ты чё, стоять? Офигеть, ребят, занесло жестко. А, не меня одного, там гелик, блин, тоже вылетел. Но ему-то все равно, он-то повыше, да, у него подвесочка повыше. Едет, друзья, а меня заносит жестко! Заносит жестко, я не могу, все. Я приехал, походу. А, нет, нормально, я еще могу. Ну-ка, назад, разворачиваемся. А, у меня колесо, ребят, переднее. Я-то думаю, что так плохо поворачивает. Ну-ка, давайте посмотрим. Этот приехал. А, они все приехали. Изи победа, друзья.
А давайте, ребят, сейчас попробуем вообще развернуться. Вот так вот я их просто обманул сразу, друзья, развернулся. Посмотрим, что они будут делать. Но тоже разворачиваться, ребят. Тем более в эту сторону мы еще ни разу с вами не ехали. И там два гелика, конечно, сцепились. Но еще два, друзья, едут за нами. Это круто. Обычно, кстати, за нами по три машинки, да, полицейские гоняются. Ну, что-то подумал, мафия, как-то три машины не солидно, надо четыре добавить, и не зря. Потому что все равно из этих машин только одна, ребят, сейчас осталось. Это угарно. Ладно, и то, что он сломался на ровном месте, чё? Не, поехал. Я жду, друзья, все, мафиозников можно вообще не бояться, а то они разламываются. Ну-ка, бэшка, давайте, друзья, попробуем максимально просто разогнаться, как-нибудь на ней поехать прям очень быстро, постараемся погонять. Ну-ка, поехали! Как она управляется? Вроде нормально, вроде неплохо! Полетели! Полетели! Нифига тут какая горка, друзья! Ё-моё! Определенно нужно будет записывать еще какие-нибудь погони, друзья, уже используя вот эту горочку. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие ролики. Я хочу посмотреть. А, ну тут все, друзья, тут все просто приехали, понятненько. Ну что, друзья, давайте сгоняем финальный раунд. Вот они поехали, наши гелендвагены за Бэхой едут. Мерседес против БМВ, друзья, сегодня у нас получается в ролике. Стоять! Ты меня не бортанешь, братан, нифига, как он вырвался вперед. Господи, ребят, вот это было опасно, но я успел, знаете, я вот так на тормоза нажал, вперед пропустил, чтобы безопаснее мне было, но это было жестко, друзья. Это определенно было невероятно круто, ладно. Вот здесь вот по траве, не жалея бэху, ребят, проезжаем просто. Так, вон они гелики, вон они вылетают потихонечку, и... Воу, в поворот вошли, двое вошли, один не вошел, но третий где-то там вдали. Ну что, друзья, опять у нас эта невероятно жесткая прямая, да, на которой как бы, ну, гелики на самом деле меня все-таки иногда могут догнать, ребят. Смотрим, смотрим, как они там едут, бандиты, мафиозники, до свидания. Как только я сказал, они перевернулись, чё, но один продолжает ехать, ребят. Там еще один врезался, что у них за авария? Врезался, у них там всегда эпичные какие-то аварии, ребят, просто непонятные, он вообще меня объехал. Просто капец, поехали, если мы сможем... Ага, я уже вырулить даже не смогу, я хотел посмотреть, доехать, что у них там происходит. Вот они, мафиозники, прощай, бам, теперь я тут крутой, я их таранить начал. Офигеть, просто вписались, посмотрите. О, друзья, я думаю, что вот так вот можно и закончить сегодняшнюю серию, вот на такой вот красивой ноте, на невероятной просто картинке, ребята, разрушений. Это круто, друзья. Ну что ж, я надеюсь, что такой видосик вам понравился, обязательно подписывайтесь, ребят, на мой канал, сегодня ролик заканчивается. Не забывайте оставлять положительный комментарий, пишите свои идейки также в комментариях, ставьте большие пальцы вверх и нажимайте на колокольчик. В описании будут ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела, обязательно туда подписывайтесь. А на этом у меня все, с вами по-прежнему был Овер, всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте, успехов, спасибо за просмотр и пока-пока!